Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, на эфирном небосклоне вспыхнули сверхновые светила, заслоняя старые добрые планеты. Даже на Марсе обнаружены телеканалы. Два для умных и третий развлекательный. Вот они, красные гиганты и желтые карлики Вселенной, пролетают над нашими головами, на ходу подсчитывая рейтинги и доли. Сегодня их орбиты пересекаются в этом зале, где предстоит сокрушительное столкновение амбиций и мощный выброс призов. Взоры телезрителей прикованы к голубым экранам радаров. Империя телевидения наносит ответный необъявленный визит. Потом смотрите сериал и сообщите, что вам интересней. Какой формат, какой канал. Все хорошо, товарищ академик. От телезрителей привет. Мы все давным-давно не смотрим телек, а посещаем интернет. У вас крутых программ немало, но нас реклама задолбала. В остальном, товарищ академик, все хорошо, все хорошо. Йоу! Алло, капризный зритель, вам невозможно угодить. Ментов, солдат, кадет, посмотрите, нам нужно статую вручить. Все хорошо, скажите режиссерам, слов от восторга не найду. Поют борцы, боксируют актеры, певицы ерзают по льду. В комедий-клабе матерятся, а в доме два пошли подраться. Ну что сказать, товарищ академик, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Да все клево, мы все смотреть готовы. Программ заморских миллионы, клоны. Пусть будет 70 сезонов Пушкаревой, хей! И фабрик больше, чем людей. Хоть еле-еле душа в теле, всю неделю смотрим телек, каналы, сериалы. Все больше и больше, и больше, и больше, и больше, и больше, и больше. В остальном, товарищ академик, все хорошо, все хорошо. А в остальном, товарищ академик, все хорошо, все хорошо, все хорошо,